Всем привет, друзья! Итак, мы дошли до чакры Аджна. Это в районе третьего глаза, в районе лба. Для прокачки этой чакры мы сегодня взяли варганы под ноту ля. 108 Гц. Да, настроенные по строю 432 Гц. Как всегда. Как всегда. Теперь переходим непосредственно к игре. Тут нужно использовать технику дыхания носом, платформу нос. При этом не нужно дышать ртом. Также эта платформа включается, когда идет задержка дыхания, но без напряжения горла. И, значит, при этом нужно будет делать артикуляцию ой-ё. Итак, дышим носом и делаем ой-ё. Ну что ж, Андрей, расскажи, какие свойства она несет, этот энергетический центр? За что отвечает? Ну, надо понимать, что раз уже дошло до головы, отвечает за мозг. Мозг – это самое главное в теле. Значит, скажем, мы дошли до самого главного почти. И она отвечает за нашу, как скажем, умственную деятельность, за наше умение что-то предсказать, интуитивно увидеть, почувствовать. И теперь нужно будет импровизировать с этой платформы нос, но больше затрагивать именно дыхание носом, больше артикулировать языком. Предлагаю сделать так: медленная артикуляция языком. Очень медленная артикуляция, при этом дышим носом и бьем по язычку в том ритме, который вам удобный. Ну, мы сейчас задействуем такой более быстрый ритм. Побыстрее, да? Чуть быстрее, чем средний. Вообще при игре нужно направлять свое внимание на эту часть головы, на всю голову и в большей степени на саму чакру и чувствовать там вибрацию. Ну да, мы должны представлять себе, что наша теплая энергия, которая уже сформировалась в горле, ее часть начинает плавно, но медленно растворяться в мозге, как фонтан вот так вот. И вот эти искорки уже не хаотичные, скажем, а теплые и направленные распределяются по всему мозгу, но большая часть идет вот сюда.